Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в ХКР 2. Монетки 40 тысяч я получил. Неплохой такой куш. У нас сундук 21 уровня. Почему-то выше мы с тобой не можем никак поднять его. По-моему, максимальный, насколько я помню, у нас был 26, по-моему, уровня. Если я, конечно, что-то не придумываю. Выиграйте 6 гонок на чудовище. Нет. Проедь на раллийном авто. Застава Небесная Скала. Застава Небесная Скала. Так, ну что, друзья, 36 тысяч кубков сегодня будем брать. Еще шахты. Меняем видон. Да что ж такое-то, рожа-то одна и та же. Оставить, что ли, его, а? Давай оставим, наверное, такого чудика. Что я хотел еще сделать? Так, я хотел что-то с машиной, ребят, подшаманить. Ну, честно говоря, я даже не знаю, что именно, блин, что именно подшаманить на этой тачке можно. Что ты можешь на этой тачке, блин, подшаманить? Да ничего. Просто ничего. Спойлер, блин, не дают мне. Обидно. Так, дай-ка я, наверное, прокачаю у нас, вот. Да иди ты в пень, вот. Так. Угу. Слушай, ну тут вообще под исцелом осталось. Вот здесь еще, вот самое главное здесь, ребят, прокачать, остальное все будет на изи. В общем, как это странно, интересно, у нас шапка на голове. Вроде говорят, шапка Санты, но я бы не сказал, что это шапка Санты. Она не похожа на шапку. Ну как бы головной убор, но не Санты уж точно. Так, слушай, а мы здесь вот так. Сейчас вот именно сейчас, да, в данный момент вообще нормальненько, нормально, даже четенько проехали. Сам от себя не ожидал. Это, наверное, фартануло. По-другому это не назвать. Так, подожди, я, наверное, поеду вниз. Что-то как-то я все проехали как надо, а я проехал как мог. А слушай, а может быть это даже и хорошо, что мы вот так вот проехали. Слушай, действительно, действительно это было замечательно. То есть я там где-то замешкался и за счет этого приехал первым. Ага, тут у нас, смотри, еще вертушка. Ну какого лешего, ребят. Ну ладно, ладно. Позволю вам тут немножко повеселиться. Ой, тут я, конечно... Смотри, зажмель. Вот тебе и зажмель. Первый, блин, знаешь, что я забыл сделать? Я забыл поздороваться с нашими ребятами. Всем привет. Поздороваться-то, как же не поздороваться-то? Твою ж налево. Ну что, друзья, я готов. Я готов к следующим гонкам. Поехали. Так, что там у нас? Опять тоннели. Что у вас за мания такая? Тоннельная жизнь. Вертушка, Феррари. Ой, Феррари, Формула. Уху-ху-ху. Как же так, друзья мои, как же так. Посмотри, что я вытворяю здесь. Ты несешь какую-то дичь. Смотри, 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 тата. И там до усрачки уже, там не знает, что сделать. Там... Да я обгоню его, да я обгоню. Дрищ, блин. Видел как? Ты видел, как надо делать? Вот и учись. Так, вот здесь, кстати, я специально так сделал, потому что я не хочу там, ребята, выпендриваться, прокручиваться. Я знал, что здесь можно. Даже не то, что можно, а здесь и нужно спадать вниз, потому что, ну, там в любом случае мне ничего бы не светило. Так, тут у нас формула, тут у нас вертушка. Формуле, кстати, здесь что-то вообще не везет. Она как-то еле-еле едет. Вот. Ненавижу этот валун. Давай туда вниз.
прям в низиночку. По валунчикам, по камушкам, по камушкам. Здесь проскочили. И все, и все, друзья. Первое место. Слушай, хорошо идем. Я бы сказал, очень хорошо идем. Так, нифига, магнит, сатл, ускоритель. Ускоритель приземления и топливный ускоритель. Привет, привет, можете добавить мне в друзья. Про геймер. Ну давай, добавил. Добавим тебя в друзья. Ну что, кубок ледника. Ребята, кубок ледника. И я не посмотрел, единственное, сколько там гонок. Наверное, черт знает, сколько там гонок. Одна, может быть. Вот это было. Это было, наверное, ребята, глупо сейчас сделано. А еще глупее то, что я не взял горючее. Да, одна гонка была или сколько? Что-то я не... А, две гонки здесь. Может, действительно взять колесный ускоритель, потому что, ну, ну как назло, ребята, мы... Они что, все заехали, что ли? Я поеду вниз. Так, там кто-то размазался. Алексей, типа, из Германии, да? А кто-то там поверху, смотри, шпарит. Мухаммед. Я вторым, а по итогу, ребята, у меня будет первое место. Угу. Так, Рэй играет, привет, Рэй, и первый раз в ролике, Абовин. Всем привет, еще раз поздороваемся. Так, ну что, мистический кубок. Погнали. Интересно, а мистический кубок вообще реально на мотоцикле проехать? Мне кажется, вряд ли, потому что врезаться здесь можно элементарно. Ну как он так прыгает-то, я не понимаю, ребят. Ну как он прыгает с места? Он просто не летит ничего, а именно прыжками какими-то. Именно как кузнечик. Ну как это может быть такое? Я вот не понимаю этого. Блин, засмотрелся на машину и разбился. Все хотел посмотреть, а как он там прыгает. Думал, может, у него там эти под колесами, как они называются-то, ну, рессоры или как. Но ничего такого у него там нету. Ничего там у него такого не было. И тем не менее, все равно он, ребята, прыгает, как, я не знаю, как умалишенный. 5 очков, с какой места. А, тут еще гонка. Так, ну эта гонка у нас будет чисто по спуску вниз, насколько я помню. Видишь, он тоже, ребят, снижает скорость. Сзади этот там на ускорителях едет. Не тут-то было. Угу. И опять же повторчик по зиме на носу. Видишь, мы с тобой вот постоянно на заднем колесе. Действительно, хоть бери колесный этот ускоритель. Чувак нормально так распластался, я тебе скажу. А эти перелетают все свои... Все препятствия, ребят, прилетают. Вот хоть специально бери машину и тести, и проверяй, блин, будет ли твоя тачка перелетать все эти препятствия или нифига. Причем они очень, как сказать, они подлетают и быстро приземляются. Понимаешь, у них нет вот этого вот долгого зависания в воздухе. Как они этого добиваются, честно говоря, не понимаю. А что у нас тут, одна гонка, что ли, всего лишь? Чувак за горючим вернулся, видел? У него не хватило горючего, он вернулся. Он тем самым мне уступил место.
Вот что я тебе хочу сказать. Горючего не хватило. И все. Ему пришлось вернуться обратно. И в этот момент я, как говорится, на хромой кобыльке, на кобыльке хромой сделал его. Подожди, подожди, подожди. Сундучок давай откроем. Так, зимние шины, колесный ускоритель. Здесь нам выпадает управление там, короче, трали-вали, тили-тили. Управление в воздухе, амортизаторы прыжков. Может быть, управление в воздухе они берут? Да нет, я бы видел бы, если бы у них было бы управление в воздухе. Эту турбину там ты ни с чем не спутаешь. Этот пропеллер. Нифига там. Смотри, 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 смотри. Опа. Вот сейчас было красиво сделано. Сейчас было просто, ребята, по красоте. Взял, все там поврезались, а мы с тобой перелетели. А когда-то мы так с тобой встревали. Когда-то, да буквально недавно. Пускай он жгет свое горючее. Мне на него чихать с большой, ребят, колокольни. Давай, давай, долетай. Красиво. И все. Ну, а теперь можно, как говорится, и расслабить булки, потому что, ребят, два первых места автоматически нам дают победу в этом заезде. Лихач там, конечно, наяривать, будь здоров. Ну, вот это глупо было. Что-то как-то мы там захандрили. Ладно. Проиграл, но первое место все равно мое. Ну, красный сундучок. Стартовый ускоритель. Так, ускоритель приземления. Все нормально. Так, хорошо, отдохни, Максим. В плане отдохни. Мне завтра на работу отдохни. На работу, да и развлечения у нас тут вон. Отдохни. Это вам хорошо отдохнуть на Новый год. А мне, у меня, ребят, работа. Буду работать в ночную смену. Прям, блин. Предел моих мечтаний — работать в Новый год в ночную смену. Ну а что поделаешь? Кто, если не я? Да, тут хорошо у меня получилось, кстати. Я думал, что могу врезаться и раскваситься, так как у меня ни крыши не было, ни шлема, но благо там все удачно получилось. Но здесь, вот здесь я заметил, ребята, вот постоянно, постоянно на этом прыжке он у меня размазывается. Ну, не размазывается, а набирает скорость и... Так же, как вот здесь вот. Прям вот хоть запоминает этот интервал и именно... Отпускай кнопку в этот момент. А этот все-таки наехал, да? Этот чудил. Как он там, я не знаю, притормаживает, что ли, специально, чтобы попасть на этот... Как он называется-то? Ну, как он называется? Трамплин. Трамплин, да? Вот здесь вот у меня вообще идеально получилось. И почему вот здесь вот не срабатывает, например, тот же самый прыжок? Непонятно. Хотя я кнопку не отпускаю, как ты видишь. Кнопку газа. Угу. Слушай, ну мы... Не хочу, не хочу сглазить нафиг. Сейчас ляпну, как всегда, и начнется. Промолчим лучше. Лучше промолчим. Так, я вижу эту машину гнусную, которая едет. Ну смотри, прекрасно. Вот сейчас мне понравилось, как проехали. Я думал, что этот чувак на ускорителе, как всегда. Помнишь, как был там? Ускорители плюс крылья, и он там... Фиг ты за ним там успеешь. Но это оказался не тот гаденыш. Я специально это сделал. Это я сделал специально. Потому что иначе бы мы вляпались бы там дальше. Поэтому я лучше здесь, как говорится, завернул. Такими вот
несложными, так сказать, манипуляциями. Ну, вот здесь вот, конечно, да. Все пошло, блин, через одно место. И как всегда, я не понимаю, почему у меня на последней гонке постоянно четвертое место. В чем прикол? Почему игра так делает? Именно на последней гонке и именно четвертое место. И это неоднократно, ты заметь, эта тенденция повторяется. Ну давай уже тогда попробуем здесь. Опа. И все. И стал ферзем. Ферзем этой гонки. Где прыжок? Вот где прыжок? Ну, этот не прыжок, как называется-то. Ускоряха это. А нет ускоряхи. Они посчитали, что ты без ускорителя нормально играешь. Вот, вот сейчас был бустик. Надо прокачивать этот буст. Если его прокачать, возможно, возможно, ребята, будет намного все лучше и интереснее. Потому что в данный момент он у нас, он срабатывает, но не с той мощью. Вот смотри, вот опять у нас последняя гонка. Я не удивлюсь сейчас не... Что? Какой, блин, автом... Ребята. Ну, это все, это уже специально было. Глюкануло. Ну, ты издеваешься, что ли, блин, а? Игра, блин. Лагать начало, блин, ни с того ни с сего, блин. Автономность вот эта вот появилась, блин, вшивая. Никому нафиг не нужная. Чуть гонку мне не запорола, короче, одним словом. Да, все. Поехали, у нас испытания на скоростных спусках. Давай, только не надо чудить, блин, мне здесь. Так, чувак там шлепнулся. Вот, вот буст сейчас хорошо у нас. Как раз вовремя. И не могу я, блин, ничего сделать с этим. Почему тачку назад, а? То есть назад, почему вверх ее закидывает? Так, ну здесь можно было бы, блин, сильно-то не газовать. Вот тебе и Виктори. Давай. Виктори, 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 Виктория. Ну, рыни носом, придурок. Дудлик. Дудлик. Пасик, ты зачем усы сбрил, а? Пасик. Эпические холмы. И все на своей мы роли. Фига себе. Я даже пикнуть не успел. Как он тут дрозда дал. А, это тот самый, ребята, Квазимодо. На этих. Скажи, я скажу. На амортизаторах, короче, шпарит. Секешь? Ну, он что-то как-то... Ладно, не будем ничего говорить. Есть. Он как-то плохо. Плохо подготовился к этой гонке. Видимо, ему не было... Как тебе сказать-то? Скорости для разгона. Он тоже делает прыжки. А, у него... Да что такое? Да это, блин, ты... Трындец, я тебе скажу сейчас. Какого лешего-то, блин, произошло, а? Просто затупила. Машина просто затупила. Она не могла подняться в какой-то пригорок, в который миллион раз мы поднимались. Причем без проблем каких-либо. Ну давай ты, ё-моё, ну... Как он подпрыгивает, чмо вонючее, вот это вот, а? Как он оттуда отпрыгивает туда? Пфф. Машина, называется, летает просто. Она просто летает. Для нее не писан закон гравитации, закон земного тяготения. Она все перелетает. У нее нету крыльев, у нее нет ни хрена, но она летит.
Да еб просто ты, блин. Так, ладно, хорошо, хоть первое место заняли. Бесит меня это. Как дела? Когда выйдет видос? Видос? Ну, видос этот, наверное, сегодня. Наверное. Потому что сегодня я выпускаю черепашек. Выпускаю дракон-всадники Олуха и, наверное, ХКР-ку. Надеюсь на это. Потому что я тебе скажу, что мне проще видос записать, чем выложить. Почему? Потому что, ребята, выкладывать мне приходится их аж на трех каналах. То есть одно и то же видео я выкладываю на трех каналах. Это у нас Дзен, это Рутуб, это и... ну и сам Ютуб еще, естественно. Вот сейчас вот-вот, я заметил, как только начинаю с вами общаться, на что-то отвлекаться, у меня все через одно место, блин, идет. Нафиг, хоть молчи в тряпочку, блин. Молчи в тряпочку, что это за выражение такое, молчи в тряпочку. Еще бы сказали, молчи как тряпочка. Сразу вспомнилась игра Сифа, помнишь, когда брали какую-нибудь тряпку замызганную, бросали ее в человека, и он был Сифой, пока он не дотронется этой тряпки другого человека. Че у меня сейчас в голову лезет, я не понимаю. А че ты удивляешься? Раньше, в мое время, в молодости, девчонки скакали на резинках. Прикинь? Сейчас таких игр вообще не увидишь, если честно. Чтобы девчонки во дворе, школьницы прыгали на резинках. Скажут, ты что, дурак, что ли, больной какая-то. А раньше это было нормой. Мужики играли в ножички, в кораблики, в ушки. Чика не в россыпь, как вспомнишь. Ой. Да, было время. В то великое, веселое время не было, ребята, телефонов мобильных. Понимаешь? И народ как-то себя развлекал сам. Раньше заходишь к другу, там, например, Светлана Игоревна, а Витя дома, а Витя ушел гулять. И ты уже в голове примерно для себя отмечаешь 5 или 6 точек, где он может быть. И пошел по этим 5-6 точкам. Сейчас же этого нет, сейчас телефон, алло, Витя, ты где, там-то, там-то, ну я сейчас приду, готовь закусон, ну типа того, да? А раньше нифига. Раньше такого не было. Нет, были, конечно, вот эти вот стационарные телефоны, но ты же не будешь его в кармане носить. А дома тебе в этот момент нету, поэтому... Вот, вообще много чего интересного было. Газировка была, помнишь, вот эти вот автоматы газированные. 3 копейки, 5 копеек. 3 копейки, по-моему, без газа, 5 копеек, по-моему, с газом. Стаканчик граненый, который оставлялся на этом автомате. Этот автомат стоял либо в магазине, либо на улице. Никто не брал. Даже какой-то замызганный бухарик подходил, выпил, например, водочки или там пиво, обязательно усполоснет и поставит на место. Сейчас же ублюдки возьмут его и разобьют, или стырят. Да, было другое совсем время, было совсем другое поколение. Это касается всего. И моды. Сейчас, например, я вообще не понимаю моду нынешнюю. Ну как? Вот как молодежь нынешняя одета. Так ладно, как она нынче одета. Сейчас даже не поймешь, иногда идешь. Девчонка это или пацан, блин. Волосы крашеные, зеленый какой-то красно-фиолетовый цвет, блин. Кто ты? Что ты такое себе представляешь? Понимаешь, вот в чем дело? Это что, это нормально? Это тенденция такая? Раньше, я помню, в наше время ребята старались, ну как-то, я не знаю, там заниматься спортом каким-то там, ну как-то набрать вес. Сейчас идут такие, знаешь, худые-худые пацаны. Штанишки в облепон, чуть ли не по колено, носки, да какие там носки, ё-моё, ботинки на голую ногу, блин, надеты, что аж все торчит, ну как бы, голень. И это в мороз. Я сразу вспоминаю, как в наше время девчонки ходили так. Знаешь, короткую юбку, даже мини-юбку оденут. И это, колготки. И их ходят, блин, задом своим. А потом, когда уже доживает до моих времен, там 40+, практически у 50% проблемы по-женски. Вот так вот.
И ты думаешь, что это просто так? Нет, ребята, это все эхо того выпендрежа, который был у них в молодости. Поверишь мне. Да, я никого ничего не учу, ребята. Это я просто вспоминаю. Что-то у меня такая вот ностальгия сегодня напала. Какую мы все-таки профукали страну, блин. СССР, не знаю. Вам многим, наверное, даже и не понять, потому что вы в ней не жили. А я жил. И мне есть что вспомнить и с чем сравнить. Рэй, играй в командных соревнованиях, пожалуйста. Да я играю по возможности. Что вы прицепились со своими командными соревнованиями? У меня тут турниры горят, а не соревнования. Я же не против. Фига себе, черкашом, ребят. Черкашом чуть не снес эту. Как сказать? Голову. Да, в миллиметре пролетел, крышу сорвало, а голова, слава богу, на месте осталась. Но тут еще байк, оказывается, у нас. Байкер шмет. Я обожаю, когда вот именно на прыжке срабатывает вот этот вот наш буст. Он очень сильно разгоняет мою тачку. Прям изумительно. Так, ну что, сегодня в черепашках, кто не смотрел, ребята, у нас кролики получили платиновый ранг. Это, конечно, круто. Для меня это класс. Теперь мы их будем прокачивать. Я имею в виду по уровню, по скиллам. Все. Так, это, по-моему, у нас была последняя гонка. Нет, еще придется нам. Еще придется прогнать. Так, крылья, ускоритель фляг, усиленная турбо. Я знаю, но времени нет. Играю. Играю. Играю по возможности. Как-то так. Ну что, столичный кубок. Давай, наверное, столичный кубок мы проедем. Может быть, нам тут что поменять? Вместо колес 28 тысяч. Офигеть, сколько это все стоит. Блин, я не знаю. Доставить-то, понимаешь, больше это и нечего. Ну, крылья мне здесь... Крылья ровным счетом мне здесь никакого плюса не дадут. Крылья, именно. Вот смотри внимательно, как едет у меня машина. И сравни с теми машинами, которые мы видели, ну, прежде в гонках. Посмотри внимательно. Блин, какое-то неудачное немножко сравнение получилось. Ладно, сейчас... Надо просто, где вот такие вот большие пороги будут, чтобы, ну, посмотрел, как она прыгает. Так, этот чувак с крыльями, плюс, я смотрю. Давай, заезжай. Так, вниз. Замечательно. Хм. Слушай, ну там прикольно, мы там умудрились заехать. Раньше я не заезжал, а сейчас мы туда заехали. На ту возвышенность. А раллийное авто, по-моему, не получилось у нее заехать. Опа. Замечательно. Блин. Слушай, классно мы прокатились сегодня. Прям вот. Прям замечательно, ребята. Монетный ускоритель нам дали на что? На мотоцикл. Так. О, хорошо, ребята. Не команда тюрема, у него и так свои. Вот тот правильно говорит. Он КС играл, 12К у него было. В КС. Что за КС? Что за КС? Counter-Strike? Спамить в чат. Да нет. Спамить. Ну, спамить в чат, да, конечно, не очень хорошо. Ну что, поехали. Просят, значит, поедем. Так, мы здесь, по-моему, с тобой уже в прошлый раз ехали.
Да ёт, что это там? Да эти подарки, ё-моё, я их и не вижу. Как бы я их вижу, но... Они бесявые. Ну, где-то финиш-то, вот он. Нормально, временный бонус. Так, здесь. Давай мы эту, вот это мы проедем, наверное, вот на этом. Тупо, глупо, но... И, возможно, я приеду последним самым. А вдруг у меня конфеток получится донести целую кучу. Давай, 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 вытягивай, вытягивай. Как оно говорится? Тише едешь, дальше будешь. Смотри, у меня сколько, смотри, сколько у меня конфет. Блин, вроде конфет много притащил, а почему-то все равно в минус. В минус себе загнал. Блин, ну здесь надо было, конечно, другую машину. Хотя я в плюсе на 0,69 метров. Поехали. Так, это у нас... У нас что тут? Ледяной этот порог? Или как он там называется? Вот, вот тебе сейчас элементарный пример, ребят. У него сработала турбина. У нас одинаковая машина с ним. У него сработала турбина, у меня она не сработала. Вот и все. А у него сработало. Какими хоть... Я даже не понимаю, как... Я еду первым, что ли? Бингус сзади едет. Ну, по-моему, я еду первым. Но на байке я бы точно здесь бы не проехал бы. Размазался бы. Нифига себе. Минус 5. Так, а где у меня это? Где мышка-то? Вот, мышка пропала. А почему на байке мне не дали прокатиться? Ну вот, ребята. Воз же. Мы пока выигрываем у них. У этих воз же. Пока выигрываем. Да. Так, я, наверное, здесь еще прокачусь по-быренькому. Убытки. Увеличит урон, наносимый разрушаемым объектом. Зачем? Зачем эти убытки-то делать? Я не понимаю. Так, сцепление. Подвеска нужна? Ну, подвеска, по идее, нужна. По идее. Так, давай еще здесь прокачаем чуть-чуть. Угу. Все. Так, по деталям. Что у нас тут есть по деталям? А что спойлер делает? Увеличивает увеличение прижимной силы в воздухе. Ага. Ага, прижимная сила в воздухе. Ну что, поехали? Чуть-чуть. Ну что опять-то? Ну? А, у нас... Да. У нас не было крыши. Крыши не было над головой, и вот и все. Ребята, я через полчаса вернусь. Да, а я тоже, ребята, пойду... Буду закругляться на этой серии. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.